Приветствую вас, дорогие телезрители! Меня зовут Евгения Лисина, и в эфире очередной выпуск программы «Интернет-обзор». Сегодня я вам вновь расскажу о самых интересных новостях на наших сайтах, а также на сайтах наших партнеров. А выбирайте новости именно вы, телезрители и посетители сайта www.dbndefis.tv.ru и подписчики наших групп в социальных сетях. Итак, поехали! Смотрите на сайте ТБН Россия запись программы «Состояние общества». Тема выпуска актуальная как никогда. Нужна ли России религиозная партия? Выпуск на сайте выложен без цензуры, так что все по правде и без тайн. Смотрите и голосуйте. В минувшую пятницу на веб-сайте общественного телеканала ТБН Россия, а также в эфире, велась прямая трансляция фестиваля хвалы и поклонения Crystal Music 2013 из Израиля. Эта трансляция собрала более 30 тысяч человек. Это отличный результат. Оставайтесь с нами, с ТБН Россия. А вы знаете, что самому пожилому диджею в мире 91 год? Хотите подробности? Тогда вперед на наш канал в Ютубе. Видеосюжеты на любой вкус и предпочтение. Будьте в курсе вместе с ТБН Россия. Музыка неотделима от жизни человека. Музыка относится к самой позитивной информации, которая только может быть. Имеется в виду хорошая, мелодичная и качественная музыка. Как вложить своему ребенку хороший музыкальный вкус, вам расскажет Леди ТБН, самый женский и самый нужный портал. Дорогие друзья, к нам в редакцию постоянно приходят просьбы о помощи в спасении больных детишек, которым необходима материальная поддержка и духовная. Борьба с болезнью – это тяжелая ноша, поэтому просим вас обращать внимание на наши сюжеты, призывы и посещать раздел «Добро» на сайте ТБН России. Вместе мы сильнее. Вот и все, о чем я успела вам рассказать. Помните, что главные новости сайта выбираете именно вы, телезрители ТБН. Заходите на наш сайт, в группы в социальных сетях и обсуждайте новости, которые вам нравятся. А итоги мы подведем в следующих выпусках. До встречи на телеканале ТБН.